друзья! С вами Алексей Нестеров, проект «Гаснет свет». И у меня для вас просто прекрасные новости. Я знаю, что все вы ждете той самой заветной даты, когда у вас появится уникальная возможность послушать наш новый, третий, полноформатный 12-песенный релиз, который получил название «Симфония греха». Название, конечно же, будет на латыни, и я искренне надеюсь, что новый альбом вам очень сильно понравится. Ждем, ждем и надеемся. Совсем скоро, 3 марта этого года, «Симфония греха» будет доступна на всех площадках. Ребята, это будет круто!